Мы приглашаем вас, друзья, в Грозный на стадионе имени Султана Белимханова. Встречаются соседи по турнирной таблице клуба по итогам 8 сыгранных туров, лидировавшие. Алания Владикавказ, КамАЗ, Набережные Челны. Площадь ворот, полетел мяч, удар и гол. Ну вот, посмотрите, как стандарты опасные у нас. Первые 10 минут. Но если к своему моменту недостаточно бережно Антон Полюткин отнесся и промахнулся. Так, Алания атакует правым флангом. Все катятся, сражаются, никто не выключается, бьются за мяч. И пытаются создать еще один опасный момент, и удается. Ну как же здорово, а! Как же здорово удалось замкнуть дальнюю штангу. В растерянности игроки, полевые и вратарь КамАЗа, никто не смог друг друга выручить и подстраховать. Раскрывается соперник, и это голевой момент. Ну а пробить, забить третий, здорово! Как классно распорядился своим моментом в этом игровом эпизоде. Стараются широко сейчас играть гости. То левым флангом подковали, теперь правым. И какая подача! И какой момент! И удалось распечатать ворота Алании. Только что КамАЗу забивает свой мяч уроженец Владикавказа. Подача. И 3-2. Вот так вот, вот так вот. Говорил я о концентрации и, знаете, вот словно в воду глядел. Цараев меняет акцент атаки направо и подключает Хабалова. Навес! Ох, как здорово! Ну, так умеет играть. Мы видели, как свои физические данные, свой рост использовал умело вышедший на замену Асланбек Сикоев в КамАЗе. Ну, а тем временем прозвучал финальный свисток. Можно поздравить команду из Владикавказа.